Всем привет! Это Фиши и Флаттер. Кто тут? Да. У себя в квартире. Ну, мы все равно записываем тут почти все видео, по крайней мере, начальное, пока у меня не будет ноута нормального. Да, она получит скоро ноутбук от спонсора. Ладно, промолчу. Спонсор мой! Я сама покупаю, все. Не, так бы надо было сказать спонсор я. Но да ладно. Нет. Ну, ты типа сама себя спонсируешь. Ну да. Ну вот. А, собственно, она в скором времени купит ноутбук, будет записывать у себя дома, а пока что пусть записывает у меня. Я да, чё, да, жадный да. На дом? Почему бы и нет? Итак, сегодня мы сделаем реакцию на пони-страшилку Полена. В скобочках Буратино. Ну, да, название уже внушает страх и просто ужас. Мне так страшно, просто я уже умираю. Как в Дрэке и Джоше. Да. Что ж, давайте-ка начнем. Полена. Надеюсь, нормально сказал, чтобы внушить страх вашей личности. Так было бы, там так было бы логично. У меня опять что ли проблема с качеством? Ну-ка. Чё там, чё там? Нет, у меня не проблема с качеством. Оно такое фиговое уже. Она бездетная пара. Много лет не могла завести ребенка из-за проблем со здоровьем. Женщина сильно расстраивалась и постоянно плакала. И была глубоко несчастна. Мужчине было очень жалко свою жену. Да, явно видно, это видно. Посмотрите на его лицо, как ему жалко. И он просто ты посмотри на этого кота. А ты с кота ржёшь? Вообще уже. Такой мощный подошел, и этот его гладит. А, вот что он делает, я думаю. Да, пинает, ты правильно понял. Не, я просто... С горя пинает его я и улыбается. Я не думала, что он его гладит, типа... Я не знаю почему, даже не подумала об этом. Ну, как ей можно помочь? Однажды мужчина выкопал старое дерево в саду, а корень этого дерева был очень похож на маленького человечка. Да, явно. А кот... Чтобы как-то утешить и порадовать... Зарубил кота. Сына кота! Зачем пихать кота туда? Я зачем страшилку запихнуть вот этого угарного кота? Немного доработал полено и принес его в дом. Женщине, доведённой до отчаяния... Смотри, что он делает, я не понимаю! Нет! Куда ты хочешь запихнуть это полено, скажи нам! Зачем эту пони-модельку надо было ставить? Такой раскрякой, я не понимаю, типа, зачем? Просто положили бы ее, как она лежит, она почему-то стоит вот так. Как будто он сзади хочет ей... Это какая-то чушня, я не понимаю. Желанием заиметь ребенка. Эта полена показалась настоящим младенцем. Что? Ну, он запихнул целый корень в нее, высунул, а там младенец. Она достала одежду для младенца и одела ее на полено. Даже сушка пришлась кстати. Малыша назвали Отиком. Котика. Женщина стала ухаживать за Поленом, как будто это настоящий ребенок. Откуда она взяла эту бутылку? Она взлетела к ней. Боже, дай мне бутылочку. Шесть. Женщина к малышу была настолько сильной, что в один прекрасный день Котик ужил. И он хотел. Боже, это что за фигня? Он ел так много и так часто, что мужчина и женщина едва справлялись. Это что это, за фигня? Это какой-то мульт. Это 100% какой-то мульт. Типа... Что-то там так, также есть фильм, он так и называется, «Полено». Кстати, в страшилке как раз из этого фильма кусочки. Ну вот, я так и понял. Чушня. С тем, чтобы прокормить его. Однажды... Женщина вышла, чтобы сварить еды для полена, она съела их домашнего кота. Что, я не слышала? Я сам ничего не слышу. Она уже не могла остановиться.
Зачем сделать? Зачем так громко музыку да, делать? Делать так громко музыку, что не слышно сам текст. Типа я ещё Короче, он начал жрать все подряд и хотел еще и еще. И схватил ее за длинные волосы, чтобы хавать их. И Полина съела ее. Подожди, я... Наушники это как раз-таки прицеплены, капец. Я буду переводить. Схватил капут и разрубил полено на дрова. Потом всю зиму топил этими дровами избу. Чё за говно? Это какая-то чушь полная. Ему вообще пофигу на то, что его жену убили, съели и какое-то там непонятное... Погоревать, может быть, нет. Не, вообще ему пофигу, он топил этими поленами печку и улыбался как дебил. Он, получается, такую-то... его жену начали есть, а, пофиг, пусть съедят, угу. Потом он заколет эти дрова... И будет топить ими целую зиму. Вау. Он, считай, своей женой печку топил. Да. Прям за волосы и туда. Ну, блин. Ну, получается, что так и есть. Ну, блин, это странно. Да, это такая чушь. Что за херня? Надо посмотреть фильм. Тебе же самой стало противно от этой темы. Ну, блин, это все равно интересно, что это за фигня. Типа, то, о чем там. Да, потому что эта страшилка явно написана непонятно. Типа на из коленках. Кусков. Типа из кусков и там состряпанная вообще непонятно. Я не думаю, что Буратино так выглядит. Явно. Так что да. Бе-бе-бе-бе. Все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на меня, там тоже есть ролики с нами обоими. Да. Но подписывайтесь больше на Фиша канал, потому что там больше контента. Может быть, а может и нет. Увидим, увидим. Да. Всем спасибо, всем пока. Пока.